Накрапывающий дождь не остановил более полусотни студентов района. Они вышли к мемориалам и тщательно наводили порядок. Подметали, очищали доски с именами героев. Несмотря на плохие погодные условия, студенты высших и средних учебных заведений активно приняли участие в субботнике. Сочинский финансово-юридический колледж, Российский университет дружбы народов, профессиональное училище номер 76. Также были ребята-волонтеры с лицея 95. Для ребят это уже стало доброй традицией. За каждым учебным заведением закреплен свой мемориал. Например, студенты Сочинского торгово-технического техникума на протяжении нескольких лет следят за чистотой братской могилы на горке героя. Мы очень благодарны погибшим солдатам за то, что они сохранили свою родину. Единственное, что мы можем сделать, это помнить их и ухаживать за их могилами, прибирать их. У нас есть патриотический отряд. Ребята ходят, в общем-то, на перевал, занимаются реставрацией тех памятников, которые вот остались еще со времен Великой Отечественной войны на перевале. Дети уже традиционно, в общем-то, с удовольствием участвуют в таких субботниках, потому что у нас это, в общем-то, традиция нашего учебного заведения. Студенты за полчаса привели в порядок мемориальный комплекс. Всего же в субботнике поучаствовали более 1000 лазаревцев. Собрали порядка 250 кубометров твердых бытовых отходов и строительного мусора. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.